Но если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Я часто вспоминаю своего друга, офицера Реджинальда Дина Дэвиса, когда читаю 13 главу послания к римлянам. Он покарал двух из трех нападавших на него преступников перед тем, как сам был убит. И я уже никогда не смогу думать ни о ком другом, читая это послание. Он погиб, защищая свою семью, своих друзей и свой город. Он был слугой Господа. Господь все видит. Ярость мою от того, что третий преступник сбежал, смягчает несколько фактов. Во-первых, рядом с Реджинальдом всегда была женщина, такая же сильная, верная и умная, как он сам. Еще я думаю о его сыне, Андре, и вижу в нем отцовские бесстрашие, бескомпромиссность и пытливый ум. Смирно! Возможно, тебе пока сложно это понять, но в свои 13 лет, Андре, ты получил от своего отца больше, чем большинство мужчин получают за всю жизнь. Он учил тебя всегда поступать по совести и слушать только свое сердце, распознавая добро и зло. Искать справедливость в этом зачастую жестоком мире. Девятнадцать лет спустя. Спасибо, что нашли время для отдела внутренних расследований. 5:25 вечера. У меня не было выбора. Манхэттен. А вы могли выбрать другую профессию? Коп для меня не профессия. А что же? Моя ДНК. Я думаю, не стоит объяснять, зачем мы здесь. Почему же? Это официальная процедура. Каждый офицер, который использует оружие на службе, должен обосновать каждый свой выстрел. Вы убили 8 за 9 лет. Все было законно и правомерно. 3 из них, уже будучи детективом. 4. А выживший получил пожизненный срок. Сожалеете о чем-то? Я был у психолога. Это не ответ. Нет, я не сожалею. Их лица не снятся вам в кошмарах? У правосудия есть цена. Не вы вершите правосудие. Но я содействую его свершению. Кто сказал? Мой значок. Моя присяга. Ваша ДНК? В гражданскую войну некоторые солдаты просто перезаряжали мушкеты, никогда не стреляя. В каждом было по 5-6 зарядов картечи. Во Вьетнаме стреляли лишь 30% пехотинцев на передовой, так что если в бою 10 солдат, то воюет из них лишь только 3. Вы действительно проводите аналогию с войной, детектив? Как считаете, что делали остальные 7? Департамент полиции Нью-Йорка. Андре Дэвис. Привет, Андре. Как она? Устала. Я дала ей таблетки. Хорошо, ты иди. Дальше я сам. Ладно. Если понадоблюсь, звони. Что смотришь? Ты меня бросил. Нет, ма. Я пахал в 3 смены. Мой визит затянулся. Я уже, наверное, тебе надоела. Нет.
Ты никогда мне не надоешь. Отвезешь меня домой? Ты и так дома. Не бросай меня, Реджинальд. Ма. Я Андре. Это я, мам. Я должна принять таблетки. Нет, 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 ты уже приняла. Уже приняла. На тебе лица нет. Совсем заработался. Да, я в курсе, ма. Но это моя работа. Без нее никак. Знаю. Нужно взглянуть дьяволу в глаза. Да. Да, мам. Код 1027, проверка водительских прав. Вас понял, конец связи. Патруль 24, прием. Патруль 24, слушаю. 24, прием. Нужна срочная помощь. 1024, 5-я авеню. 5-я авеню принята. Прием, следуем на место происшествия. 5-я авеню принята. Прием, код 1096, подозреваемый задержан. Принято, код 1096, конец связи. 911, чем я могу помочь? 911, слушаю. Прием, нужно подкрепление, код 1103. Код 1103, принято. Часов 13 минут. Бруклин. Бар Мостас. Похоже, все, как ты говорил. Эй, твоя банда пахнет твоей бородой? Она пахнет твоей подружкой. Вперед! Кто нахрен такие? Те, кто заберет твой кокс. Тупая идея. Вы те, кто нахер сдохнет. Где он? В холодильнике. Внизу. Давай ключ. Вас двое? Тут вам на всю ночь веселье. Йоу! А.
Вперед! Здесь не 30 кило. 300. Кто-то облажался. Заткнись и на колени. Боже. Похоже, он еще чистый. Джекпот. Супер. Ни за что, уходим. Что? Уходим. Хрен там было. Поможешь или будешь пялиться? Это гребаное безумие. Это гребаная свобода. Мы заходим. Стой здесь. Беги! Нам больше крови не надо! Не стоит его убивать! Подкрепление на подходе. Бери тачку.
как псих. Тормозни на светофоре. Какого хрена ты делаешь? Не гони! Мы замочили сраных копов! Капитан Маккена. Ну все, парни. Детектив Дэвис. Капитан Маккена, главный 8-5. Это его парни погибли сегодня. Мои соболезнования. Спасибо. Андре, да? Да, сэр. Я не знал твоего отца, но слышал много хорошего. Спасибо, сэр. Парни, пора вставать. Вы сидите на моем месте преступления. Давайте. Пусть он работает. Держись, Келли. Слышал, тебя вызывали на ковер? Пусть еще вызываю, только накажи уродов. Если дадут повод. Повод? Вот твой нахрен повод, видишь, да? Эй, парни, ты понимаешь, о чем я? Оставьте нас. Твой чертов повод, это семеро убитых оставьте копов на улице. Нас. Эти мрази Мак, дали хватит. Тебе уже до хрена Мак, поводов. Мак, ты что не... Прекрати орать. Тут люди. Здесь люди? Да людям всегда насрать на убийство копов. Говори тише. Как их звали? Да, конечно. Дженнифер Монтгомери забрала скорая. Она пока держится. Масим Адамс, Чарли Коб, Джейк Домингос и Дэнни Вильямс. А на улице там Маркус Фернандес. Что? Маркус Фернандес. Я знал Маркуса. Вместе учились в академии. Рядом с Маркусом Рубен Кайзер и Патрик Грэм. И, кстати, без них остались 4 жены, одна невеста и 6 детей. У 3 я крестный. Теперь я должен разбудить их среди ночи и сказать, что их жизни разрушены.
Знаешь, каково это? Я просто не хочу травмировать этих людей еще больше долбанными судами, апелляциями, слушаниями и условно досрочными освобождениями, которые будут тянуться не один год. Я лишь прошу защитить их от этого. Я понимаю. Что они здесь делали? Парни предотвращали ограбление. Сколько здесь кокаина? Следователи говорят, было около 300 кило, когда сюда проникли эти ублюдки. Сколько они взяли? Примерно 50. 110 фунтов. Товар высшего класса, за него дадут 25 лет. Чистый на 90%. Цена 2 миллиона плюс-минус до смешивания, а после в 4 раза больше. Детектив Андре Дэвис, детектив Фрэнки Бернс, наркоотдел. Будете работать вместе. Это еще зачем? Это самая крупная партия кокса за долгое время. Мы привлекли наркоотдел. Я оценю ваши методы, но если не схватить их за 3-4 часа, то они уйдут. Плевать мне на методы. Она профессионал в своем деле. Мы будем болтать или работать? Да лучше бы мы сдохли. Не начинай, не сейчас. Мы убили столько копов, что я нахрен со счета сбился. Это я их убил. Думаешь, им на это не насрать, а? Обоих вычислят. Было темно, мы спешили, тачка не наша, номера левые. Нас найдут, Рэй. Слышишь? Я ненавижу копов, но они не тупые. К утру они будут знать наши имена, надо бежать. Нам нужен план и бабки. Сука! Сотрудник? Да, судимости нет. Добропорядочный гражданин по имени Том Кивер. Том поймал пулю всего с нескольких метров, судя по шероховатости вокруг раны. И поскольку рядом с ним нож, он явно пытался напасть. А здесь? Двойной выстрел. Автоматическое оружие с глушителем. Думаю, два стрелка. Чего ты взял? Один не смог бы сразу убить и офицеров, и Тома, бегущего с ножом. И один он бы не смог на себе вынести 50 кило кокаина. А если их было больше? Нет. Оценим позиции. Один стоял там, он убил Тома. А второй двигался вот сюда. Думаю, он убил четверых. Да. Второй настоящий профи. Забыл добавить нолик, паскуда. Что? Там было не 30 кило, а 300 чистого. Это не мой косяк. А чей, мать твою? Хока Тайлера. Это он дал наводку. Так вы что-то взяли, пацаны? 50 кило. По рукам. Иди нахер! Я меняю условия. Ты его продавать не будешь. Отведи нас к Хоку. Мы сами его продадим. И бабки мы не делим. Но я задолжал кучу народу. Мы должны теперь всю жизнь, сука, скрываться. Хок не примет новых условий. Хок еще не знает, что у нас есть. Гони телефон. Есть? Засекли. 1:03 ночи. Нижний Манхэттен. Отдел обеспечения безопасности. Инфракрасная камера. Двое мужчин. Сообщи всем и отправь мобильному подразделению у моста. Детектив Дэвис. Сержант Йоланда Белл, начальник смены отдела безопасности. Я весь внимание, Йоланда Белл. У нас кое-что есть. На что спорим, что эту БМВ уже сожгли дотла? На 5 центов. Thank you.
Если хочешь украсть 300 кило кокса, то поедешь на дело на двухдверной БМВ и возьмешь одного напарника, чтобы украсть 50 кило? Нет, нет и нет. Они не знали, что там 300. И не ожидали копов. Это либо случайность, либо подстава. Нет, пошли вы! ФБР здесь, потому что стрелки могли уже покинуть штаб. Прошло уже полчаса. Спортивная аналогия неуместна. Если будет подтверждение, что они в Джерси или Коннектикуте, мы вас тогда... Мэр предпочел бы, чтобы за дело взялись ФБР. Да, мэру на всех нас наплевать. Он и пиццу вилкой жрет. Он хочет привлечь их к ответу. Да ладно. Дре. Туан. Как дела с отделом расследований? Лучше, чем ты надеялся. Как я и сказал, мэр хочет привлечь их к ответу, то есть арестовать, обвинить и судить, а не убить в сомнительной перестрелке. Как семерых позади нас? А вы кто? Наркоотдел. Чудесно. Что может пойти не так? Наркоша и псих? Советую выбирать слова, чтобы я не психанул. Не ссорьтесь, девочки. Мэр берет дело под контроль. Это просьба или приказ? Они еще в Нью-Йорке. Они бы не стали красть 50 кило чистого кокаина, не имея крупного покупателя. И без транспорта далеко не уедут. Они громилы, а не водилы. Это ведь не точно. Замочили семерых копов, но попались на дорожную камеру. Им сейчас нужно продать кокс и смыться. На восток не поедут. Лонг-Айленд небольшой. Там одни бухгалтера и дантисты, так что я сомневаюсь. Квинс тоже отпадает. Средний класс не потянет оптовую партию. И в Бруклине не останутся. Это место преступления. Здесь теперь сплошные семейные, такие как вы. Кто-то на Стейтен-Айленде может купить такую большую партию? Нет, с тех пор, как Готти убил Кастеллана. Ну а в Джерси? Ты же в курсе, что Сопрано — это сериал? А на севере — это полная хрень. Им никак не провести 50 кило в Ютику. Остается Манхэттен. Детектив Дэвис! Что, есть новости? Звонок в 911. Черная двухдверная БМВ горит в переулке в Чайна-тауне. Ой-ой, а где Чайна-таун? На Манхэттене. Доволен? Да, еще как. И когда поступил звонок? Минуту назад. Вперед. Стоп. Что? Пока что эти ребята, если не брать камеры, действовали очень грамотно. Да, и что? Они продадут кокс, сядут на поезд или в такси, или угонят тачку, и мы опять будем ждать случайного снимка, пока они не объявятся где-нибудь в Пенсильвании. Поэтому ФБР, Национальное бюро... Отцепим остров. Какой остров? Манхэттен. У него горячка? Мэр согласится. Его рейтинг падает, преступность растет, бездомные мочатся у магазина Тиффани. И к тому же сейчас ночь, а не день. Если что, валите все на нас. Ничего не выйдет, вы облажались. Понятие жертвенности для гребаных федералов, походу, как квантовая физика. Пусть мэр скажет, что прислушался к начальникам на местах. У вашего босса есть шанс схватить убить семерых нью-йоркских копов. Если откажется, город ему этого не простит. Возьмите их до пяти. Так это да или нет? Возьмите их до пяти. Яйца у вас есть. В отличие от мозгов. Желаю удачи. Будем ждать звонка. Да, затаив дыхание. Как ты это сделаешь? На Манхэттен ведет 21 мост. Закрыть их. Три реки перекрыть. Четыре тоннеля заблокировать. Остановите каждый поезд, что покидает остров. Вокзалы Амтрак, ПЭС, Нью-Джерси Транзит. Станции закрыть, пустить метро по кругу. А потом мы начнем охоту на воров. Манхэттен полностью перекрыт. Час 22 ночи. Чайна-таун.
Хочешь избавиться от тачки? Не делай этого на Манхэттене. Две пары следов от шин. Здесь была стрелка. Мисс Йоланда, мне нужны снимки всех машин, что были в переулке после БМВ. К сожалению, на въезде нет видеокамер. Там сплошные массажные салоны и китайские рестораны. Работают нелегалы, камеры там вешать бесполезно, все равно сломают. Можете дать снимки проезжавших мимо машин? Интервал. С той минуты, когда сюда заехала БМВ, и до первого звонка в 911. Хорошо, ждите. Ты правда такой, как говорят? И что же говорят? Ты мне скажи. Ты убил много преступников за 10 лет. Но первым не стрелял. Никогда? Позвольте мне уточнить, детектив Бёрнс. Я никогда не стреляю без причины. Семеро мертвых копов. Веская причина, как по мне. Эти парни – убийцы. И я должна знать, что могу на тебя полагаться. Знаешь, у меня есть дочь. Не хочу, чтобы она лишилась матери. Если есть значок, я тебя прикрою. Слушаю. Ладно. Куда едем? На окраину. Сколько у вас? 50 кило. Как дела, Би? Отлично. Это необычный товар. Согласен с тобой, чувак. Это Рэй Джексон. А это Майкл. Ты дал наводку на 30 кило. А там было 300. Не самый хреновый сюрприз, да? Но лучше было бы без сюрпризов. Безусловно. Мы замочили копов и вынуждены скрываться. Хорош скулить, и давайте уже договариваться. Я наркодилер, который с вашей помощью вздрючил другого наркодилера. Раз кто-то перепутал цифры, я вас типа кинул? В нашем бизнесе мало говнюков с высшим образованием. Не нравится? Вас никто не держит. Идите бомбить в Uber. Давайте уже за дело базарить. Не хочу задерживать у себя на хате самых разыскиваемых преступников Америки. Один миллион. Песо? Йоу, обожаю, когда лохи барыжат золотом, но не в курсе рыночных цен. Из 50 набодяжишь 200. Цена за кило на Манхэттене 32 тысячи баксов. Один лям нам, а тебе останется 5,5. Он у нас очень образованный говнюк. 2:04 ночи. Гарри. Полиция! Не двигаться! Оставаться на местах! Если убьешь его, он ничего не скажет. Встаньте, подойдите. Что происходит? Это ваша? Нет, машина не моя. Она зарегистрирована на вас. У бывшего был адский долг по кредиту, и я записала на себя. Он сказал, что продал ее. Как всегда. Вы взяли не того. Жить будет. Уведите его. Вперед. Эй, ты цел? Повернитесь. О, боже. Спокойно, спокойно. Ничего, ничего. Так этот ваш бывший... Ториана Буш. Что он натворил? Сегодня было убито 7 копов. Он не мог этого сделать. Он подвозил этих двух мужчин.
Мы считаем, они убийцы. Это не тот случай, когда у преступников будет шанс уйти. Советую сотрудничать. Скажите мне то, чего я не знаю, и наша встреча будет последней. Ториана не мог никого убить, понимаете? Он... Вы уже говорили, но он преступник. Мелкий преступник. Хотел завязывать, вот только увяз в долгах. И поэтому вы ушли? Долги — это фигня. Ну и кто разлучница? Шлюха-официантка в Pan Am. Проверь. Спасибо. Сядьте. Погуляй минуту. Так, Йоланда, дай все, что у тебя есть, на Ториано Буша. И еще проверь камеры около клуба Pan Am Lounge. У него там подружка. Принято. А соток не было? Черные любят проверенные временем купюры. Усек? Весит, блин, как кокс. Почти угадал. Лем в двадцатках весит 50 килограммов. Не наткнитесь на собачек. Они взвесятся, ведь каждый бакс покрыт кокаиновой пылью. А у вас таких 50 тысяч в шести сумках. Как их отмыть? Есть кто-то в стрип-барах или на парковках? Это семизначная сумма. Ты к кому ходишь? К тому, кого не пугают такие суммы. Есть один суданец в Мидпакинге, зовут Эдди. Он поможет. Он как Швейцария. В смысле? В смысле, он возьмет 300 тысяч, но замутит вам счета, паспорта, все по красоте. Слыхал об этом чуваке, он такой один. Он вам должен? Буш должен всем. Да ну? И сколько? Должен 17 512 баксов на сегодня. Ты что творишь? Покупаю нам Линкольн. Валим отсюда. Они не узнают. И вы меня больше не увидите. Обещаю. Это вроде... Вроде бы Рэймонд Джексон. Вроде бы. Он все время в маске демона. Не так уж много белых парней родилось и выросло в этих местах во время кокаиновой эпидемии. Ясно. Так он крутой парень. Да, вся его жизнь — борьба. Когда мы были детьми, я видела, как он дрался со взрослым. Ведь тот наступил на кроссовок его друга Арвелла. Это было еще до армии. Арвелл? Кто это? Арвелл Трухильо. Они с Рэем служили вместе. Они все делали вместе. Это Арвелл в машине? Нет. Арвелл погиб еще в Афганистане. Второй парень в машине — это младший брат Арвелла, Майкл. Рэй теперь его защищает. Майкл умный парень. Он мог бы стать кем угодно, если бы родился в другом месте. После смерти Арвелла он пошел в армию по стопам брата. Но, кажется, напал на сержанта. Ясно. Спасибо. На данный момент мы получаем сообщение о серьезных пробках на всех подъездах к городу, на мостах и тоннелях. Сегодня на Манхэттен уже никто не пойдет. Итак, полиция Нью-Йорка уже... Вы настоящие звезды. ...главных подозреваемых в сегодняшнем убийстве семи офицеров в Бруклине.
Мичигане обвиняют Реймонда Джексона и Майкла Трухильо. Джексону 32, за ним числится не одно жестокое преступление. Трухилье 26, он также не раз привлекался к уголовной ответственности. Кладите сюда. Военные. Джексон служил в Афганистане, а Трухилье был уволен с позором из-за инцидента со старшим по званию. И только что мы получили заявление от полиции Нью-Йорка. Раненый офицер Дженнифер Монгомери была отключена от аппарата жизнеобеспечения. К сожалению, она умерла несколько минут назад. Список погибших увеличился до 8 человек. Это просто ужасно. Поиски преступников продолжаются. Манхэттен до сих пор полностью перекрыт. Погибшие офицеры Чарли Гоу, Дэнни Вильямс, Джейк Домингес, Маркус Фернандес... Считать не будешь? Хайзер, человека, у которого все твои деньги, глупо обманывать. А ну убрал, сука, руки от сейфа. Какого хрена ты творишь? Я не куплюсь. На что? На него, на это место. Где мы, Майк? Нахрена мы здесь? Это не мы. У нас сраный лямбак со наличкой. Думаешь, нас не кинут? Разве о таком дерьме Арвелл мечтал? И это все мы отдадим ему. А дальше он запрет их в гребаном сейфе, отмоет и выдаст подарочные сертификаты. Так просто? Буш знает этого чувака. Он один такой. Помнишь, Буш слышал о нем? Из-за сраного Буша все и началось. Началось, потому что мы вовремя не свалили. Рэй, послушай, все это херня полнейшая. Мы просто должны выбраться. И других вариантов у нас нет. Они оцепили остров. Нельзя просто бегать здесь с кучей бабла. Он спрячет деньги на каких-нибудь счетах, а потом мы придумаем, как их собрать. Рэй, опусти. Кинешь нас, и я сожгу тебя заживо нахер, ты понял меня? У тебя есть скотч? Плесну нам обоим. Ториана Буш. Есть совпадение? Нашли. Мы нашли. Буш сейчас в клубе. Его засекли. Ториана Буш сейчас в клубе Панем. Ближайшим патрулям. Двигаться в сторону Панем Лаунж. Ториана Буш внутри. Ждать возле входа. Никому не входить без меня. Входящий звонок. Отдел обеспечения безопасности. Ну же, Андре, где тебя, блин, носит? Что тут за жесть? Эй! Я же сказал ждать! Мы ослушались. Ослушались? Он убил наших братьев и должен был за это ответить. Ты чё, совсем дебил? Он никого не убивал! Он мог привести нас к убийцам! Мы крикнули, он достал пушку, мы выстрелили. Конец истории. Найдем и тех двоих. Это хрень собачья! Нет, и это мне говорит дешевая потаскуха! Не смейте так говорить! Сколько ты выпила? Не делай того, о чем пожалеешь. А ну убрал, сука, руки! Что? Что? Офицер, уведите людей нахрен, быстро! Буш достал пушку. Какую? Чертов 38-й? Убийцы стреляли из автоматических пушек, а Буш носил с собой револьвер, который помещается в бардачке.
Или на лодыжке жирного копа? Эй, стой, 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 стой! Звонили из отдела безопасности? Няня, прости, моя дочка. Все хорошо? Нет, но надеюсь, будет. Что за херня здесь творится? Как раз пытаюсь выяснить. Манхэттен оцеплен больше 3 часов. Багамы гармонируют с твоим цветом кожи. Поедете через Майами. 326 штук мало. Остальное налом. Теперь ты Кристофер Джеймс. Рэй, твое новое имя Вильям Симпсон. Сядете на разные автобусы. В маленькой Гаване есть человек по имени Свифт. Он держит бар на углу Флеглера и 27-й. Еще он продает паспорта. Они будут с вашими новыми именами. За лодку до Насау заплатите наличкой. За той дверью найдете 2 рюкзака. Я положу по 15 штук в каждый. Что это было? То, о чем ты подумал. Кто бы там ни был, советую сейчас же остановиться. Полиция Нью-Йорка, открывайте! Вы с какого округа? Я вас, ублюдков. Сейчас! Надеюсь, вы снова не обосрались. Все в норме? Дело мое, капитан. Я дал тебе людей, но главный ты. Они, походу, не в курсе. Они злятся. Им больно. Бучка и его жена дружили с Дженнифер Монтгомери. Ее тоже не смогли спасти. 10-13, нужна подмога! Это Келли! Угол 9-13, перестрелка! 10-13! Угол 9-13, здесь подозреваемые Джейсон и Трухильо! Как Келли удалось найти? Я ничего не вижу! Я ни хрена не вижу! Это не подстава, чувак, клянусь. Вы об этом пожалеете, ублюдки! Чёртов восемь, блядь. Что? Поставьте оружие, мрази! Флешка-то! Флешка! Надо сваливать. Это они. Скрыться. Времени нет, возьмем сами.
надо разделиться. Вместе нас легче выследить. Нет, ни за что, брат, ты не справишься. Проще взгляд. Увидимся в Майами. Пошла! Ладно. Он не такой, как я. Не такой, как я. Майк. Не такой, как я. Рэй мертв? Я надеюсь. Майкл! Он мертв? Да. Стой там! Стреляй! Давай! Не бойся за меня! Тебе повезло. Да. Больше, чем тому, которого он убил. Добавь к списку убитых копов. И подумай, сколько трупов повесят на тебя без Рэя. Не пытайся манипулировать мной. Хорошенько подумай, Майкл. Не зови меня по имени. Давай, стреляй! Не подходи нахрен! Думаю, основная вина на Рэя. Но ты тоже крепко влип, Майкл. Для таких, как Рэй, такая смерть норма. А как насчет тебя? Что ты, сука, знаешь о таких, как Рэй? Что ты, сука, знаешь обо мне? Видел твое дело. Морпех. Хотел пойти по стопам брата, когда увидел его в гробу. Но тебя... уволили с позором. Неповиновение. Понимаю. Бывают прирожденные убийцы. Но ты... не думаю, что ты хочешь... бездумно забрать чью-то жизнь. Откуда ты знаешь, а? Ты бы ее уже убил. Стреляй! Нет! Пришей его нахрен! Майкл хочет говорить. Давай, Майкл.
Говори. Пусть говорит, только сначала уберет гребаную пушку от моей башки. Бёрн, спокойно. Я охеренно спокойно. Дай мне одну минуту. Во всем этом дерьме нет смысла. Менеджер в том баре знал, что приедут копы. Он нажал тревожную кнопку. Нет, перед этим он смотрел на часы. Первые копы подошли спокойно. Они тихо постучали. Как будто долбанные свидетели Иеговы. Они вломились, как обычные копы. Блин, Андре, серьезно, ты хочешь слушать эту чушь? 300 килограммов. Чистого. Да какого хрена? Разве это не странно? Невозможно провести такую партию без картелей, или копов, или и тех, и других. Копы убили чистильщика. Пальнули в глазок без предупреждения. Они пришли не только за нами. А перед смертью он отдал мне флешку. Что отдал? Флешку. USB-шную хрень. Что на ней? Андре! Он сказал 8-5! Гонишь дерьма, кусок! Да пошел ты! Хорош! Майкл, взгляни на меня! Не играй со мной! Я и не думал! Не психуй. Убьешь ее, и я выстрелю без раздумий. И все, что ты знаешь, не будет больше иметь значения, так что опусти пистолет. И посмотрим, что на флешке. Нет. Я не могу. Майкл, доверься мне. Я никому не доверяю. У тебя нет выбора. Тебе не удастся сбежать на далекий остров, когда снимут оцепление с этого. Ты умен и знаешь это. Да неужели? Тебя все равно выследят. Но ты сможешь выжить, если сдашься мне прямо сейчас. Нет! Майкл! Нет! Ты цела? Какого хрена ты творишь? 4:22 утра. Это Дэвис. Перекройте все улицы в радиусе 7 кварталов. От фабрики Вайшель-Бифс и всю округу. Подтверждаю, Майкл Трухильо был здесь. 90 секунд назад. Трухильо владеет важной информацией по делу. Взять его живым. Дай взгляну. Я в норме. Не похоже. Я хочу знать, что на флешке. Центр всем патрулям. Перекрыть периметр по 12-й на запад, до 19-й на запад и от 8-й авеню до пристани. Никого не пропускать. Мне говорит центр, приказано взять подозреваемого живым. Повторяю, подозреваемого приказано взять живым. Кошмар. Это ужасно. Конечно, мы это Я тебя не трону, только тихо. Ясно? Кивни.
Какой пароль? 8+1. 8 буквами. 1 цифровой. В одно слово. Закрой глаза. Почему ты не выстрелил? Ты же у нас бесстрашный. Охотишься на убийц копов? Мне всего лишь нужна правда. Ты веришь убийце копов? Молодец, Келли. Отдохни. Слышал, ты грохнул одного подонка? Да, но он успел убить гражданского. Мир стал лучше без этого ублюдка. Видел его дело? Мельком. Я знал, что ты идеальный выбор. Это не моя заслуга. Это ведь ваши парни выкурили их отсюда. И как лейтенант Келли сюда успел? Грёбаный бардак. Второму удалось сбежать? Да. 4:37 утра. У вас меньше часа до открытия острова. Если не успеете, мы все окажемся в дерьме по уши. За второго не волнуйтесь. Андре загнал ублюдка в загоны 7 кварталов. Он от нас не уйдет. Полиция считает, что он скрывается в районе Мидпекинг, который сейчас оцеплен. Мэрия уже выразила благодарность Ловкач. Полиции Нью-Йорка за очевидные успехи во время проведения операции. Заместитель мэра Антуан Мот провел брифинг всего несколько минут назад. Мэру Драму пришлось прервать рабочую поездку в Европу. Он уже летит из Брюсселя и просит меня поблагодарить жителей нашего города. Цитирую. «Вы лучшие. Благодаря вашему терпению и содействию, а я добавлю, благодаря дерзкой идее мэра Драма перекрыть Манхэттен, нам удалось нейтрализовать 2 преступников, виновных в нападении возле бара Мостас, где погибло 8 лучших офицеров из участка 8-5. Стрелок по имени Реймонд Джексон и его сообщник Ториана Буш были убиты при попытке оказания сопротивления аресту несколькими часами ранее. Оба были вооружены и опасны. Наши храбрые офицеры из участка 8-5 и вся полиция Нью-Йорка неустанно работали, чтобы найти злоумышленников в течение 5 часов. Третий преступник, Майкл Трухильо, почти у нас в руках. 8-5. Мы просим всех жителей быть крайне осторожными, пока идет розыск Трухильо. Скоро он ответит за свои преступления. Номера значков. Каждый номер — это коп. Помогите! Эй, на помощь! Позовите начальника службы безопасности. Простите, офицер. Минутку. Ресепшн? Что? Сэр, вам сюда нельзя. Куда теперь? Он нужен нам живым. Нападение в отеле «Параллакс». Похоже, это Трухильо. Последний раз его видели на кухне. 13-я улица. Окружите его. Никому не приближаться. Он мой!
Покажи руки! Скорее, ребят, шевелитесь! За ним! Давай, давай! Полиция! Полиция! Без паники! Без паники! Тихо! С дороги! Освободите проход! Отойдите от двери! Полиция Нью-Йорка! Спрячьтесь! Назад! Назад! Скорее! Полиция! Без паники! Сохраняйте спокойствие! Идите в...
Сюда! Сюда! Скорее! Оружие на пол! Ты сегодня первый коп, кто сперва говорит, а потом стреляет. Этой ночью ты убил 8 копов. Не все были чистыми. Какая разница? Для тебя большая. С чего ты взял, что я другой? Иначе я был бы уже мертв. Скажи, куда ты дел флешку? Спрятал. Ладно. Отдай ее мне, и останешься жив. Нет. Хочешь флешку, отпусти меня. Если я отпущу, до тебя доберутся другие. У тебя один шанс выжить, Майкл. Сказать правду, молить Бога о прощении и смириться с тем, что ты умрешь в тюрьме. Уж лучше я тогда пристрелю тебя. Рискни, этот грязный вагон будет последним, что ты увидишь. Если я умру, ты так и не узнаешь, что на той флешке. Быть может и так. Но я по-любому доберусь до правды. А доказать сможешь? Главное, что докажу себе. Давай, Майкл. Прошу. Вот так. Хорошо. Хорошо. Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Какого хрена? Да что на тебя нашло? Он сдался и уже опустил оружие. Он хотел тебя убить. Он отдал мне пистолет. Ты не видела этого, мать твою? Я боялась, он выстрелит. Центр, у нас труп. Вы слышите? Как слышно? Прием. Докладываю убийство в 6 поезде, идущем на центральный вокзал. Произошла перестрелка. Подозреваемый мертв. Повторяю. Подозреваемый мертв. Вы слышите? Центр. Лавкач. Центр, прием. Центр. Подтвердите прием сообщения. Черт. Нет сигнала. Мертв? Сам как думаешь? Думаю, ты оправдал ожидания. Эй, поздравляю. Хорошая работа. Молодчина. Так держать. Поздравляю, детектив. Спасибо, сэр. Отличная работа. Молодцы. Спасибо.
Эй! Да, что? Походу, телефон сдох. А. Не одолжишь свой? Поздравляю. Да, конечно. Сейчас верну. Ладно. Звонки. Келли, в 3:35 утра. Молодец, детектив. Отличная работа, Бёрд. Спасибо, Келли. Как рука? Жить буду. Ты знаешь, хорошо. Все намного лучше, чем всегда. Голосовая почта. Блин. Ночь была долгая, отдохни. Да, ты тоже. Дочке передавай привет. Полиция наконец-то открыла Манхэттен после безумной ночи и гибели 8 офицеров. Прошлой ночью Манхэттен был полностью заблокирован. Полиция Нью-Йорка проводила... К счастью, ночная охота завершилась успешно. Все подразделения полиции города. Вся эта спецоперация походила на военные действия. Семь 42 утра. Твою мать. Ладно, хорошо, не волнуйся. Приезжай ко мне. Да. Я понимаю. Что-нибудь придумаем. Я... Мне пора. У меня гость. Оружие положи. Кто звонил? Жена. А она медсестра. Сейчас на смене. Вот так вся семейная жизнь проходит. Владелец бара Мостас был вашим партнером. А Мостас служил складом. Участок 8-5 был вооруженной охраной, перевозившей наркоту в полицейских тачках. Прошлой ночью всем просто чертовски не повезло. Конкуренты вломились в Мостас в то же время, когда ваши парни заехали за товаром. Нарвались на бывших военных, и все полегли. Ограбители сбежали, загнали товар и случайно вышли именно на вашего чистильщика. И вы выжигали землю, заметая следы. Ты правда хорош. Недостаточно. Не все погибшие копы были замешаны в этом. И тем не менее, они все мертвы. Из-за тебя. Чтоб ты знал, дело не в кадиллаках и не в грёбаных ролексах. На вещи плевать. И мне, и большинству моих ребят. Мы просто хотели нормально жить. В первый месяц работы начальником участка я похоронил двух своих парней.
Первый коп гнал 100 километров в час и врезался в опору моста. Алкоголь в его крови превышал норму. Второй коп тоже допился до смерти. Цирроз печени. У троих за долги отобрали дома. Еще один потерял квартиру, хозяин повысил ренту. Уровень разводов в участке больше 70%. Я хотел, чтобы у моих ребят были семьи. И они растили детей. Они торчали в пробках на трассе по 4 часа в день и не слонялись по опасному и слишком дорогому для них городу. По городу, где просто все ненавидят их. Но они все равно защищают его. Ценой своих жизней. Каждый божий день. Вот такой расклад. Знаешь, если кто-то скажет, что счастье за деньги не купишь, то он идиот. Мы доказали обратное. Фрэнки Бёрнс доказала. Она должна была следить за моими действиями. Просто она почти так же умна, как ты. И ей было что терять. Моего отца убили трое. С собой он забрал двоих, а третий... бил его, пока не раскрошил все кости его лица. Поэтому отца хоронили в закрытом гробу. Третий сказал судье, что он ничего не помнит. Он был под кайфом, под кокаином и ангельской пылью. Наркота всегда была в городе и всегда будет. А люди всегда будут умирать из-за нее. Но их кровь не должна быть на копах. Ты ничего не докажешь, даже со своей флешкой. И никто не посмеет пойти против меня. Если ты выберешь этот путь, Андре, останешься один. И будешь жить в страхе всю свою жизнь. Я в курсе. Или можешь плыть по течению. Лучше взгляну дьяволу в глаза. Я тебя ранил? Ты бы не спрашивал, если бы не знал. Охрененно больно, да? Выживу. Черт. Это вряд ли, если не сдашься. Сейчас другого выхода у тебя нет.
Может и так. Не надо. Он мертв. Все кончено. Опусти пушку. Я медленно повернусь, Бёрнс. Нет. Я поворачиваюсь. Я... Флешка у меня. Я сделал копию. Мир уже в курсе. Это конец, Бёрнс. Каждого грязного копа участка 8-5 ждет тюрьма. Спустишь курок, получишь пожизненное. И твоя дочь вырастет без матери. Значок тоже. Подозреваемые арестованы.